Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы хотим поделиться обрядом на привлечение случайных денег в вашу жизнь. Обращаем ваше внимание, что после проведения этого обряда вы результат увидите в самое ближайшее время. Поэтому обязательно просмотрите это видео сначала до конца, для того, чтобы понимать, как провести этот простой, но в то же время очень чудодейственный ритуал. И также обязательно, друзья, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация действительно будет полезна и важна. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», здесь много полезной, важной информации. Заходите почаще на наш канал и обязательно ставьте лайки. Таким образом мы с вами обмениваемся энергиями. Знаете, часто случается так, что денег за свой труд мы получаем гораздо меньше, чем мы рассчитывали изначально. И зависит, конечно же, от многих факторов. И зависит от работодателя, и от самого человека. Но, в общем, что здесь говорить? Денежные средства нужны нам всегда и нужны всем. Особенно хочется всегда иметь тогда деньги, когда мы хотим, например, обновить гардероб перед началом нового сезона. Купить, например, себе какой-то теплый, красивый, модный свитер, ботинки, сапожки, возможно, какая-то курточка или какую-то интересную, красивую зимнюю одежду. Но, к сожалению, и на это придется потратиться немало денег. А еще у нас скоро приближаются праздники, которые и вообще опустошают и без того наш скромный бюджет. Давайте сегодня в этом видео мы также обратимся к магии, и действительно она нам может помочь. Не зря ведь наши далекие предки с такой скрупулезностью описывали десятки разнообразных магических обрядов на привлечение денег и прибыли. И сегодня в этом видео мы поделимся одним из них, который дошел до нас из глубины веков. И мы с вами научимся применять его сегодня. Этот простой, но действенный ритуал пригодится вам, если вам срочно нужны деньги. Но финансовых поступлений в ближайшее время у вас не предвидится. Проводится он с помощью самого обыкновенного репчатого лука. Ритуал достаточно интересный и, если можно так сказать, даже быстро действующий. Причем проводить его вы можете в любое время года, в абсолютно любой день недели и даже в любую фазу луны. Сам обряд представляет собой заговор на луковицу, которую вы собираетесь использовать для приготовления пищи. Это так называемый обряд на случайные деньги, который был еще известен нашими прапрабабушками, но продолжает помогать нам и в наши дни. Итак, друзья, идеальным местом для проведения именно этого обряда будет наша кухня. Здесь очень важно, чтобы вы уединились, не привлекая особого интереса к своему занятию ваших членов семьи. Как говорится, мало ли что там хозяйка на кухне делает. Но перед тем, во-первых, как приступить к этому обряду, вы должны первое убрать на кухне, для того, чтобы у вас там было чисто. То есть проводить обряд, когда у вас на кухне рабочий бардак, пожалуйста, не стоит. И, конечно же, второй момент, который мы должны с вами соблюсти в этом обряде, это нужно выбрать подходящую луковицу. Она, обращаем ваше внимание, луковица обязательно должна быть крупной, с большим количеством рубашек из шелухи, без каких-либо повреждений, не должна быть проросшей. И, пожалуйста, выберите лук такой, чтобы он был крепкий. Итак, первые три снятые чешуйки от лука сразу же положите в свой кошелек для денег. Они там должны лежать, там в отдельном закрывающемся кармашке. Потом просто чистите лук дальше. И после того, как вы очистили лук, разрежьте луковицы на две части. Только на две. Читая следующие слова.
Наш дед в 10 шуб одет, а как шубы сбросит, злато в дом приносит. Дед козел лют до слез довел, а я к деду угодила, ни слезы не проронила, благость в дом, деньги в карман. Эти слова вам нужно повторять непрерывно все время, пока вы чистите и пока вы разрежете луковицу пополам. Обращаю ваше внимание, было бы здорово, если вы выучите эти слова. Не получается выучить, ну всякое бывает. Перепишите эти слова от руки, пожалуйста, именно от руки, чтобы на листке бумаги не было никаких помарок, зачеркиваний и так далее. И далее, важно, чтобы еще один момент, важно, чтобы вы не заплакали, когда вы будете чистить и разрезать луковицы. Обращаем в это внимание. И еще для этого вы можете воспользоваться одной маленькой хитростью. Разрезайте ваш лук именно мокрым ножом. Итак, друзья, у нас заговор сказан, луковица разрезана пополам, что же делаем дальше? А далее берем по половинке луковицы в каждую руку, закрываем глаза и половинкой с лука в правой руке помажьте запястье левой, там, где измеряют пульс, и наоборот. Далее, открыв глаза, продолжайте нарезать лук дальше, так как вам нужно именно для приготовления вашего блюда. И вы обязаны отведать это блюдо в этот же день. А если с вами еще и живет семья, то обязательно и накормите всех. И обращаю ваше внимание, что буквально не пройдет и 10 дней, вы неожиданно получите немалую сумму денег. Не спрашивайте сейчас, каким путем это придет. Это явно будет не ваша пенсия и не ваша зарплата. У Вселенной всегда есть ответы и всегда есть достаточно бесконечное количество всевозможных источников для того, чтобы вы имели деньги. Доверьтесь, пожалуйста, Вселенной. Если вам снова срочно понадобятся деньги, обряд вы можете повторять, но не раньше, чем через месяц. Далее, помните о шелухе лука, который мы с вами отправили в кошелек. Когда вы получите деньги, обязательно, еще раз вспомните, как вы вот проводили этот ритуал, шелуху и лук поблагодарите за работу, за службу, и после этого закопайте шелуху. Без разницы где, главное, чтобы шелуха соприкасалась именно с землей. Это очень важно. Друзья, если вы решили повторить этот ритуал, но не раньше, чем через месяц, обращаю на это ваше внимание. Будьте благополучны, будьте счастливы. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, ставьте лайк, друзья, а мы услышимся с вами уже в следующем видео.